Thank you.
поезд отправится со второй платформы. На нем были только часы. Их что, не отдали семье? Пока нет. Что еще? Пуля была изготовлена из замороженного полимера. Тает сразу после попадания в цель, так что о баллистике можно забыть. На месте преступления влажно, много пара и никаких отпечатков. Новичок, наверное. Синхрен. Кэти купила тебе новый костюм? Да, на распродаже. Недурно. Там голубой еще был. Пошел ты. По всем правилам убийца должен прийти на похороны. По всем правилам. Ты сериалов на Нетфликсе насмотрелся. Мне нравится настоящий детектив. Забудь. Ловить здесь нечего, рядом Канада. А в Нью-Йорке-то есть? Что есть? Похороны? Нетфликс. В убойном отделе Нью-Йорка никакой Нетфликс не нужен. Ну, скажи мне, как такой миллионер, как он, закончил свой путь в таком захолустье? Он тут родился. В этом городе все принадлежит ему. Ну, мы правила соблюли. Пришли посмотреть, явится ли убийца на похороны. Не знал он эти правила. А, так он не знал правила. Поэтому и не приехал сюда. Ясно. Поехали. Мистер Бриглер. Бриглер. Возможно, это глупый вопрос, но скажите, у мистера Кеслера было много врагов? У бизнесмена такого масштаба всегда много врагов. Это признак его значимости. Ты слышал, Дэвис? Должна быть важная птица. Не то слово, да? И? Вы больше не задавали вопросов. Значит, вы исполнитель последней воли мистера Кеслера, а также распорядитель его имущества. Да, мне это уже известно. Да неужели? Теперь вы главный подозреваемый. Что же вы не отвечаете? Нечего сказать? Это был не вопрос, а предположение в утвердительном тоне. Ну, считайте, что это был вопрос. У мистера Кеслера есть наследник. По имени Чарли Кеслер. Если наследник умрет, то Кеслер Групп разобьют на подразделения и продадут по отдельности. Именно на это и надеется большинство оппонентов.
То есть вы потеряете работу, верно? Поэтому у меня нет интереса в исчезновении ни того, ни другого. Я все еще возглавляю список ваших подозреваемых. Женат он был один раз? Да. Но она в психиатрической лечебнице уже 10 лет. Потеряла память и вследствие этого не способна воспринимать никакую утрату. Ясно. А если я захочу повидать этого Чарли Кеслера? Его адрес хранится в тайне. Здесь вы найдете доказательства того, что на момент убийства Чарли был в Париже. Черт, второй раз на дню. Прошу прощения, такое часто бывает. Теперь я могу идти? Да, конечно. Я вас провожу. Не нужно. У меня хорошая память. Я знаю, что у вас в офисе всего один коридор. Мне надо вот сюда. Было убито по меньшей мере 45 солдат и 15. Это далеко. Жителей. Ущерб, нанесенный базе, оценивается как серьезный, и сообщается, что всем истребителям удалось вернуться. Мы можем поговорить. Это телефон с незащищенной линией. Это вы сдаете в аренду снегоходы? А вам куда? К Тихому океану. Я вам не турагентство. И что? Поверьте, на самолете безопаснее. У меня аэрофобия. Скажите, а есть предложение дня? Предложение дня? Нет. Ладно, тогда мне чизбургер без огурцов. А он всегда без огурцов. А, хорошо. Пиво? А не могли бы вы мне чайку принести? Кофе. Такой же, как этот?
Да. Тогда пиво. Спасибо. Ну и местечко. У черта на рогах. Да ты что, тут официанты есть. И что мы здесь забыли? 5 лет назад я нашел старый гидроплан. Он разбился. Думал, пилот еще в кабине, но нет никого. Должен запах какой-то быть. О, не хуже, чем этот кофе. Быстро вы. Микроволновка. О, отлично. Как говорится, таких лучше убивать в раннем детстве. Ага, неплохо. Меня уже заинтересовало то, что парень из Нью-Йорка попросил перевести его сюда. Меня уже давно ничего не интересует, приятель. Кэти говорила, если оставить тебя одного надолго, то ты пропадешь. Ну, может быть, я хочу пропасть. Все в порядке? Да, все в порядке, никаких проблем. Для 90 километров это ничто. Я знаю. У меня отель. В часе езды отсюда, если что. Не стоит благодарности.
надо еще 5 штук выпить. Нет, нет! Чем больше ты напрягаешься, тем будет больнее. Нет, нет, нет! Больно, черт! Как круто, что здесь можно курить. Что ж, у тебя есть выбор. Умереть либо от холода, либо от рака. Ну, этот бар как машина времени. Уверен, что это законно. Ты других полицейских видишь? И то верно. Спасибо, Мэри. Мороженое? Серьезно? Не могу остановиться. Наверное, снижает риск температурного шока, когда ездишь по улице. Ты же не против, да? Пойду, заплачу. Забудь ее. Тебе будет полезно переключиться на что-то другое. Господь это и сказал Иисусу, да? Скажи, чего ты ждешь? Что она вернется? Я уже ничего не жду. Ничегошеньки. Слушайте, сегодня здесь классная музыка, так что я останусь. Рад был повидаться. Счастливо. Спасибо за ужин. На здоровье. Ты сказал ему? Не сегодня, дорогая. Чем дольше тянешь, тем будет сложнее. Я знаю, знаю. Снаружи оставлять нельзя. Еще до рассвета волки его до костей обглодают. Еда в это время года – редкость. Тебе понадобится много протеина. Если не отдохнешь, кости не срастутся. А через 1.5 месяца льда на дорогах не будет. Тебе понадобится лодка. Спокойной ночи. Эй, ты его получил. Что там такое? Насчет Кеслера. Это отчет баллистиков, который ты тогда просил. Что пишут? О ледяной пуле. Сообщают, что немногие используют подобное оружие. Там и список Спасибо. Меня зовут Мелоди. И не знаю, что со мной было бы, не найди вы меня. Что ты здесь делаешь? Ехала на снегоходе, попала в аварию. Скатилась по склону и увидела дымок. Что ты делала на снегоходе в этих местах? Я еду через скалистые горы. Я целый год все это планировала. В одиночку? Я целый год живу в городе, а здесь просто роскошно. Я приехал сюда нарочно, чтобы меня никто не беспокоил. Я прошу прощения. И как только смогу, я тут же уеду.
Как? А, я не знаю, на машине. Здесь дорог-то нет. Только мерзлый лед, который образуется зимой. Назови мне вескую причину помочь тебе. Иначе завтра уйдешь отсюда пешком. И когда растает снег, я выловлю тебя вместе с лососем. Мелоди. Твои вещи постираны и высушены. Можешь одеться. Я тут немного изучил список. Две фамилии — это еще не список, капитан. Первый уже 5 лет как сидит. Ясно. Я его посадил. А второй — снайпер. Возможно, из спецназа. Ну что, уже горячо. Да, прямо тропики. Да, особенно это... если в момент убийства он был в Ираке. Ну, Ирак — это Ближний Восток, капитан, а не тропики. Какая разница? Это не тот, кто нам нужен. Эй, нам еще надо найти адрес убийцы. А эти две фамилии — лишь верхушка айсберга. Прошло 10 месяцев. Ты теряешь время. А что, есть другие дела? Да, кому это надо? Что тебе сделал Кеслер? Ничего. Я всегда довожу до конца то, что начал, ясно? Эй, Боб, можешь пробить эти имена? Они делали звонки во время похорон. Сверь их с контактами Бриглера. Вдруг какие-то совпадут. На. Все проверять? Да, все. Эй, что с лицом? Меня переводят. Что ж, мои поздравления. Ты получил извещение о моем переводе 3 недели назад и даже не потрудился его открыть. Прости, это старая привычка. Я узнал месяц назад, но не решался сказать тебе. На замену себе я предложил тебя. Тебя скоро повысят. Заполнишь кое-какие бумаги и придется называть тебя шерифом. Да пошел ты, никакой я не шериф. Слушай, я просто не умею прощаться. Легко. Прощай. Прощай. Как долго я спала? Достаточно. Завтра начнешь тренироваться. Тренироваться? Тебе придется идти далеко и быстро. Стойте, а как же мой снегоход? Я не знаю. Я притащу его обратно, если смогу. Я вам ничего не сделала. Я нашел тебя, кормил, лечил тебя. И ты должна сделать все, что можно, чтобы уехать отсюда как можно скорее. Я ясно все объяснил? Предельно ясно. Вода на столе. Захочешь пить, придется встать.
Что стало причиной аварии? Если бы навстречу выбежало животное, то остались бы следы. Я не знаю. Может, я просто заснула. В таком холоде? Я потеряла управление. Я должен понять. А тут и понимать нечего. Это что, так важно? Да. Недавно я видел рядом с домом волка. Он почуял человечью кровь. Твою. Что, серьезно? Волк никогда не забывает вкус крови и не отступит, пока ее не найдет. Рано или поздно мне придется его убить. Вот, шериф. Нашел два совпадения по номерам в списке. Спасибо. До свидания, шериф. Шериф, шериф, как же. Малкин Уильямс. Бригвер не захотел говорить с тобой, Малка. Рюкзак. У тебя под кожей осталась щепочка, и если я ее не вытащу, у тебя не будет шансов. Бей, тебе будет больно. Уже больно. Thank you.
Здравствуйте. Я ищу эту девушку. А вы из полиции? А это имеет значение? Хорошо. Она оставила адрес. Сказала, куда едет? Да, к Тихому океану. А если вдруг что-нибудь случится, можно ли как-то найти ее? Под сиденьем установлен маячок на случай экстренной ситуации, но его надо активировать, иначе он жрет батарейку. Мне нужен снегоход и канистры с бензином. Конечно. Какое имя вписать в квитанцию? Никаких квитанций, а тем более имен. Но если маячок сработает, немедленно отправьте сообщение на этот номер. Могла бы. Но теперь все хорошо. Сейчас надо поесть. Спасибо. Я как-то не привык спасать людей. Я выслушал все, что было внутри. У тебя в сумке нет сотового. Ты не хочешь, чтобы тебя кто-то нашел? Верно? Просто у меня неделя без телефона, вот и все. Меня зовут Генри. А вот и ты. Последовала вашему совету. Ты переоделась. У вас глаза на затылке, что ли? Я почувствовал запах стирального порошка. Вы почуяли его оттуда? Здесь меня каждый день окружают одни и те же запахи, и что-то новое замечаешь очень быстро. Не знаю, как вы здесь живете. Не так, как в городах? Да, ведь здесь же ничего нет. Если ничего означает, что здесь нет загрязнений, звуков, машин, Старбакса, тогда да, здесь ничего нет. По крайней мере, ничего бесполезного. Но если приглядеться, то найдешь все, что тебе надо. Через пару дней мы с тобой начнем длительные прогулки. Мы? Я должен тебя высадить там, где нет опасности. К
Какой опасности? Там, где ты сможешь выжить. Вы поэтому так разозлились, когда я добралась сюда? Отчасти. Искусство войны. Остальные книги забрала жена, когда уходила от вас? У меня нет других книг. И жены нет, если на то пошло. Простите, иногда я лезу не в свое дело. Иногда? Чисто мужская книга. Конечная цель войны не победа, доставшаяся дорогой ценой, а подготовка мира на долгие годы. Сунь Цзы был философом. Война – это не искусство. Хотите, расскажу анекдот? Нет. Отлично. Не любите смеяться? Когда колю дрова, смеюсь редко. Что смешного? Я просто спрашиваю себя, горцам обязательно надо колоть дрова с таким серьезным видом? Я не горец. Но я приспособился. Тихо. Не шевелись. Что это такое? Полевой хвощ. Растение с большим содержанием кремния. Помогает при переломах. Укрепляет сразу и кости, и хрящи. А что же раньше не наложили? Потому что накладывать шину или повязку на гематому бесполезно. Я будто бы пытался задушить тебя. Да, и даже соблазна не было. Рукой теперь можешь двигать. А ребра – это вопрос времени. Для того, кто не привык спасать людей, вы знаете, что делать. Я много раз был ранен. И изо всех сил стараюсь ни от кого не зависеть. Это что, совет на будущее? Ты до сих пор не сказала мне, что ты здесь делаешь. Хотите кофе? Да. Свободные номера есть? Ну, на улицу в такой час не выгоним. Ночью будет дубак. Что? Ну, холод такой, что деревенеешь.
капитан. Как жизнь? Ну, эти дни не слишком богаты на события. Пытаюсь себя занять. Вот сейчас пойду передам часы Кеслера его жене. Все, я захожу внутрь, позже перезвоню, хорошо? Ладно, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь хорошо. Прошу за мной. Ладно. Не больше 15 минут. Хорошо. Никакого физического контакта. Ясно. Она может запаниковать. Говорите медленно и не возражайте ей. Все ясно? Да, да. Спасибо. Здравствуйте. Мы с вами не знакомы, но... Я давно ни с кем не знакомлюсь. Садитесь. Спасибо. Слушайте, я не хочу будить в вас горькие воспоминания. В моем возрасте воспоминания бывают волшебными, но не горькими. Вас это не беспокоит? Забывчивость? Молодой человек, это очень наивный и трогательный вопрос. Откуда нам знать, что мы уже забыли? Я боюсь одного – утратить то, что я все еще знаю. Я цепляюсь за это, как за спасательный круг, каждый день. Но то, что было, то прошло. И страданий уже не вызывает. Вы не обижаетесь. Но завтра я вас помнить не буду. Я помню лишь далекое прошлое. Возможно, мы с вами когда-то встречались? Нет, нет, это не так. Иначе я бы вам сказал. Да, но видите ли, я бы уже запамятовала. Пожалуйста, кресло. Вы помните своего мужа? Не очень. Лишь смутное представление о том, что он есть. Но я не могу вспомнить ощущение. Понимаю. У него все хорошо? Вообще-то сейчас трудно сказать. Жив он или умер, для меня нет разницы. К сожалению, он для меня чужой человек. Была ли я с ним счастлива? Честно говоря, я не знаю. Я приехал, чтобы вернуть вам его часы. Если оставить их здесь, я забуду о них, как только вы уйдете. Если дадите их мне, я буду спрашивать себя, откуда они у меня появились. А оставите себе, хотя бы кто-то будет о нем помнить. Спасибо, что уделили время. Не буду вас больше беспокоить. Я передам часы вашему сыну, Чарли. Я, может, и потеряла память, но я знаю, что родила ребенка. И как бы там ни было, я четко помню, что это не мальчик. Заново. Дыши. Thank you.
тишина. Теперь я знаю, зачем ты здесь. Шериф, это Бон. Сейчас вы получите на свой телефон все контакты Малкольма. Спасибо, Бон. Я завтра подберу. Ага. Вы каждый божий день так говорите. Капитан? Ты сейчас сидишь? Да, говори, в чем дело. Она приехала в США месяц назад. Точно? Тот же номер паспорта, та же авиакомпания, что и на похороны. Но никаких следов использования кредитки, ни визы, ни American Express. Должно быть, платила наличными. Мы не можем ее отследить. А когда она уезжает? Отъезда не запланировано. Наверное, она нашла его. Как можно выследить такого убийцу, как он? То, что нужно для того, чтобы найти его, уже сделано. Не понимаю. Просто он нарочно оставляет след. След? Он что, идиот? Нет, я так не думаю. Слушай, когда ты хочешь, чтобы кто-то пошел по твоему следу, ты ставишь указатели, так? Вот именно это он и сделал. Указатели? Что? Зачем? Потому что он ждал ее там, понимаешь? Но так же, как мы, он ожидал, что это будет сын. Прости меня, Кап, но я что-то не соображу. Послушай меня. Он ждал, когда его преследователь сделает первый шаг. Я думал, ты засомневаешься хотя бы на секунду. Бревно будет давить так сильно, что в конце... В конечном итоге ты найдешь в себе силы двигаться. Мы не знаем, на что способен наш организм, пока не доведем его до предела. И прямо сейчас ты узнаешь, каков твой предел. Значит, ты специалист по пыткам? После того, как я тебя выходил, это оскорбление. Кто ты такая? Если давить на ноги слишком долго, то вены восстановить будет невозможно.
Если просидишь так еще минуту, то будешь хромать всю оставшуюся жизнь. А если 10, то вообще ходить не сможешь. Я повторю вопрос. Кто ты? Я знаю, кто ты такой. Я знаю, чем ты зарабатываешь. И я приехала убить тебя. Когда я сниму бревно, боль станет более резкой, чем сейчас. Дальше будет полегче. Вы уезжаете? Да. Но сейчас так метет. Даже волки не вылезают. Это верно. Ха. Забавно. Я видел ее где-то неделю назад, может больше. Она бесстрашная. Здесь? Не, в часе езды отсюда. Она ехала на восток. Но на вашем месте я бы подождал. Такой ветрило. Я не помню его лица. А он твое помнил всегда. Тебе не платили за то, чтобы ты это знал. Отсутствие родителей может вызвать эмоциональную незрелость. Я буду расценивать это как провокацию в данной категории. Но Рождество я проводила с тобой, а не с ним. Но все подарки... Тебя покупал отец. Это неправда, Бриглер. Когда мне было 14, мы поехали в магазин, и ты купил мне флейту. А ты разбила ее, как только открыла футляр. Да. Я думала, ты дашь мне пощечину, но ты даже не шевельнулся. Вот поэтому ты всю жизнь и был наемным работником. Он пропустил мое рождение, а я пропустила его смерть. Я старалась быть похожей на него. Одевалась, как он. Училась там же, где он. Я писала ему письма каждую неделю, чтобы он все знал обо мне. Как настоящий отец. Каждую субботу в пансионе я бежала и пряталась, чтобы увидеть, как он приезжает, чтобы забрать меня. А когда он привозил меня, я бежала и из-под тишка смотрела, как он уезжает. Если бы ты только знал, что я творила за твоей спиной. Малкольм не такой наивный, как я. Тебе придется привыкнуть к его присутствию. Это обусловлено страховым контрактом. В детстве мне это больше нравилось. Мне тоже. Thank you.
пароход больше не поедет. Если хочешь уйти, с катертью дорога. У тебя кишка тонка меня убить. Решил предоставить это стихии. Ты убил моего отца, а теперь просто играешь со мной. Скажи мне, почему я до сих пор жива? Искусство войны. Ой, это я тебя умоляю! Всего... Я вот-вот сдохну здесь! А ты, блин, цитируешь свою дурацкую книжонку! Пошел ты со всей этой хренью, мне надо понять! Как ты обо всем догадался? По тяжести твоего пустого рюкзака. Черт! Слишком резко повернула руль снегохода. Когда засыпаешь за рулем, то съезжаешь с траектории постепенно. Не сотового. Не паспорта. Сомнения у меня в крови. Ты смотрел на него? Перед тем, как убить? Смотрел ему в лицо? Он сказал что-нибудь? Чье-то имя? Месть за своего отца не сделает тебя его дочерью. Он и не хотел дочь, поэтому и назвал меня Чарли. Значит, ты убьешь меня? Это вторая часть моего контракта. Ты же не думаешь, что это полностью твое решение приехать сюда? Кто хочет моей смерти? Назови мне имя. Никаких имен, только номер телефона. Дай его мне. Я посмотрю, что там. Издевайтесь, давай. Блин. Черт. Дэвис, это я. Свет опять вырубился, а мне нужен интернет. В 2 часа ночи? Да, в 2 часа ночи. Вставай. Сейчас подойду к компьютеру.
Соло. Нет никаких платежей по карточкам, потому что у нее их никогда не было. Что? Это организовал Бриглер. Он обо всем позаботился. Он за все платит. И если найдем реквизиты счета Бриглера, то найдем следы дочери. Прямо сейчас? Пожалуйста, ради меня. Хорошо. Издевательство. Секунду. Лейтенант, чем обязан такому ночному удовольствию? Где она? Вы ведь понимаете, что я не могу вам ответить. Да мне насрать. Скажите, где она? Я не имею права. Кто вас остановит? Ваш босс, так он мертв. Мне платят, чтобы я соблюдал контракт. Я не имею права вам сказать. Слушайте меня. Через пару часов она умрет, если уже не мертва. И неважно, какая у нее подготовка. Этот парень профессионал с большой буквы. У вас остались еще вопросы? Нет. Тогда спокойной ночи, мистер Каппа. Да? Я нашел. Месяц назад он купил билет в штат Вашингтон. Да, я говорил с ним. Он сейчас в Европе. Что насчет второго из списка Боба? Не берет трубку. Ты думаешь, что это номер Чарли? Нет, он, она, неважно, давно уже ответили бы. Пятьдесят пять километров к северу от Оровилля. Где же этот Оровилль? Оровилль. Вот он, мать его. Боб, ты гений. Вы спрашивали прогноз погоды. Все, как я и говорил. Капитан, слушай, позвони, как доберешься до Оровилля, хорошо? У меня есть точная локация, встретимся там. Каппа, у нас нет ордера. Мы не собираемся никого арестовывать. Мы едем спасти ее, пока он ничего не сделал, ясно? Иногда я забываю, что его убил ты. И ненавижу себя за это. Нельзя забывать, зачем я приехала. Чарли!
Сколько тебе заплатили за меня? Ты нашла то, что ты искала. Ты должен знать, что если бы я хоть чуть-чуть засомневалась, то это было бы невозможно. Закрой глаза. Они не забывают вкус крови, как и я. Все хорошо? Да, все хорошо. Да хватит уже.